давайте, давайте между собой долбитесь. Ой, это... Ой, ты шляпа! Ну почему вот именно сюда надо было приехать, а? На дропы, наверное. О, наконец-то в них начали кто-то стрелять. В них тоже кто-то стреляет. А его ног... Попали кому-то. Да. Шляпа все испортит сейчас. Десантник не может там грохнуть его, а? Там они со всех сторон, да шляпа. Пляжа нахер. Да куда? Куда? Тут какая пляжа? Я им. В кольце, но тут вариант никаких, я думаю. Тем более колесо пробили. Локацию менять, короче, все. Тактическое отступление, правильно. Шляпа за всех сторон. И берег будет свободен здесь снизу, ты нырнешь, у тебя будет. Они не знают, что я здесь. А гранат-то кто кидает? Они не знают, что я в траве, они думают, что я в там, в этой толчке. Понимаешь? Сейчас они придут сюда. Вон, видишь, тот мне мешает, вон тот за деревом. Стрельнуть не могу, потому что эти спалят. А мне надо, чтобы они думали, что я там. Это ботинок? Нет? Он что, не пойму. Это ботинок, да. Это ботинок мешал.
шляпу у них, они еще под пригорком. А? Они не пойдут сюда. Этот за камнем впереди. Эти двое слева. Два дыма. Должен за зоны сдохнуть. Да иди нахер! Он забаррикадировался тут. А чё в него не стреляют? Это с ним пати, что ли? Да шляпа! Мои два сына за тебя переживали. Красавчик. С любовью, Трумито. Лайкосики, бойцы. Вот это вам да, не халабала. Четкий выстрел. Нормально, вот это топ, вот это я понимаю. Спасибо топ. За поддержку. Руки спасибо.